Прокуратура Ненецкого округа направила в городской суд уголовное дело в отношении генерального директора компании, которая должна была построить в Бугрино школу-сад на 80 мест. Как сообщают в ведомстве, обвиняемый подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Согласно документам уголовного дела, в декабре 2010 года управление ЖКХ Заполярного района и общество «Стоунтекст» заключили контракт на выполнение подрядных работ по строительству школы, сада в поселке Бугрино. Сумма контракта составила чуть более 131 миллиона рублей. Спустя два дня подрядной организации был перечислен аванс в размере 39 миллионов. Однако, как утверждают в прокуратуре, директор компании истратил деньги на иные цели, не связанные с реализацией контракта. В том числе руководитель «Стоунтекст» перевел деньги на счета подконтрольных ему так называемых фирм-однодневок. В результате действий обвиняемого бюджету Заполярного района был причинен ущерб в особо крупном размере. Напомню, школу-сад в поселке Бугрино сейчас строит другая компания. Сейчас действующая фирма у нас работает здесь, «Бизнес-строй» города Архангельска. Это стоит строительство школы, детского сада на 80 мест. И строится четырехквартирный жилой дом, тоже осуществляет данная фирма. Но пока работает, слава богу.